Универ химиков – это рядом с одноименным Домом культуры. В 60-е и 70-е годы прошлого века – культурное сердце нового, молодого тогда района Поток. Увы, в 90-е это место было заброшено, и лишь 5 лет назад его начали благоустраивать. Появились скамейки, освещение, детская площадка. Местные жители, а их ежедневно здесь бывает по нескольку тысяч, довольны. Маленькие ребятишки у меня, внуки, прилетают с севера, гуляют здесь. Для них это вообще блаженство. А население сюда ходит. Вот коронавирус был, были лавки пустые все. Сейчас немножко приспустили, и бабушки сидят, молодежь сидит, занимаются тренировками. Ну, в общем-то, здорово. Игровую площадку в июне 2016-го открывали торжественно, устроили настоящий праздник. Именно в тот день здесь впервые прозвучала идея о строительстве еще и площадки спортивной с полем для мини-футбола. Хотя подобие стадиона здесь было, вот только вместо безопасного покрытия утоптанная трава. Тогдашнюю идею поддержали две внебюджетные организации – фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева и фонд Герой России депутата Государственной Думы Владимира Шаманова «Защитники Отечества». Курирует строительство Артем Шамков, председатель попечительского совета «Защитников Отечества». Между нашими фондами заключен договор о сотрудничестве. Данный проект показывает, насколько плодотворно может быть сотрудничество между общественными и коммерческими организациями на благо и благоустройство нашего города и нашего района. Артем Шамков уверен, что поле точно не будет пустовать. Дворовые тренеры и их воспитанники уже планируют здесь заниматься, как, например, Алеша Степанов. Я живу вот прямо тут недалеко, и мне приходится ездить на стадион в РЗ. Но так как тут сделают очень скоро уже стадион, мне уже не надо будет никуда ездить, я смогу пешком уже сюда ходить. Я уже очень жду, когда я смогу пробежаться по этому полю. Говорят, оно будет очень хорошим. Подрядчик занимается объектом компания «Красный кит», построившая не один подобный объект, уверяет, поле будет самым современным. Сейчас идет укладка многослойного основания с дренажом, чтобы уходила вода. В ближайшие дни строители установят бордюры и приступят к укладке искусственного газона. Искусственный газон засыпается тоже кварцевым песком, искусственным гранулятом, чтобы все травмобезопасно. Ограждение 4-метровое по торцам, по длинным сторонам 2-метровое, мячики, чтобы не улетали далеко. Освещение будет с 4 сторон, все это дело освещаться, что можно будет и в позднее время, там даже в темное время суток заниматься здесь, какие-то соревнования, что-то проводить. Затем установят трибуны на 50 зрителей и даже раздевалку для спортсменов. Открыть стадион планируют уже к 1 июля. И как только ограничительные меры отменят, здесь обязательно состоится большой спортивный праздник. Елена Кузовкина, Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.